обыкновенная герань, она же пеларгония, не так проста, как кажется. Она нормализует гормональный баланс и борется с мигренью. Герань обладает массой полезных для человека свойств. Например, выделяет в воздух бактерицидные вещества, которые убивают различные виды микробов, в том числе и стафилококки. Традиционно в лечебных целях используют цветки, корни и листья этого растения, так как они содержат в себе галловую кислоту, крахмал, пектин, танины и камедь, благотворно влияющие на организм человека. Она обладает антисептическим, противовирусным действием, снимает головные боли, да и вообще обладает обезболивающим действием. Благотворно влияет на состояние печени и желчевыводящих путей. Кроме этого, она благотворно действует на желудочно-кишечный тракт. А еще пеларгония умеет снимать давление. Но для этого совершенно не обязательно делать настои и отвары. Обычный листочек пеларгонии, привязанный к левому запястью, нормализует ваше давление. Обычно речь идет о настоях или компрессах из измельченных листьев растения. Но даже просто присутствуя в комнате, герань может очень многое. Помогает избавиться от бессонницы, снять усталость, нормализовать нервную систему, работает как антидепрессант, активирует умственный и физический потенциал. А летучие вещества, фитогормоны, снимают приступы мигрени и регулируют гормональный баланс. Из ее листьев можно сделать самое действенное средство против целлюлита. Листья пеларгонии тщательно разотрите и залейте спиртом в пропорции 1:1. Поставьте на солнце на 2 недели. У вас должно получиться примерно 0,5 стакана настоя. Сверху добавьте масло, оливковое или кукурузное, так, чтобы наполнить емкость доверху. Процедите, гераневое масло готово. Нужно где-то 5-6 капель. И добавляйте к разовой порции крема. Герань – самое известное комнатное растение, за которым легко ухаживать и размножать. Практически в каждой семье на подоконнике можно увидеть этот красивый, неприхотливый, выносливый цветок. На тонком стебле располагаются крупные зонтики соцветия, а листья очень похожи на ладонь человека и обладают освежающим мятно-лимонным ароматом. Так что видите, пеларгония, и как ее называют в народе герань, настоящая аптека на подоконнике.